Период весеннего паводка наступил. В Лабытнанге сегодняшнего дня начался завоз питьевой воды. Рано утром первые водовозки отправились в поселок Харп для заправки. А уже в полдень автомобильные сигналы известили горожан о доставке чистой воды. На дежурство заступило 10 автоцистерн. Репортаж Светланы Кель. Желтая вода – вполне обычное для Лабытнанги явление. Оно характерно для периода паводка. Изменение цветности не является критичным и не превышает установленные эпидемиологические нормативы. Но употреблять такую воду в пищу нет никакого желания. Традиционная проблема – традиционный подход к ее решению. Поселок Хар – поставщик питьевой воды для лабытнанцев. Утром первая автоцистерна приехала на водозабор. 25 кубов ее объема заправляется за 40 минут. Закрываем спускник, чтобы вода поступала напрямую в машину, а не возвращалась в ЦТП. Открываем задвижку, крутится счетчик, вода идет. По счетчику за день выходит 110 кубов, а это в среднем 10 автоцистерн. Самая большая – дежурная машина. Место стоянки – зеленая горка. Те, что поменьше, разъехались по адресам лабытнанских дворов. Для многих горожан этот сигнал долгожданный. Людям нужна чистая вода. Бутылки, ведра, канистры. Тара разная, собственно, как и литраж. Литров 30, наверное, за раз. Вкусная харпская водичка. Да, вкусная всегда. Чистая вода, она всегда полезная вода. Все ждали, вода в кране желтая уже. Ждем не дождемся. Чистенькой, свежей, с Харпа. Чистой питьевой водой обеспечен будет каждый житель города. Информирование населения на себя взяли управляющие компании. На жилых домах уже размещены графики подвоза воды. Водовозки будут курсировать по городским дворам 6 дней в неделю с 12 до 20 часов. Если бабушка там не успела какая-то там в свое время выйти набрать водички, мы, бывает, направляем отдельно машину, просим, чтобы им занесли, помогли. Мы всегда идем навстречу людям. В Центре социального обслуживания населения уже сформированы списки людей, нуждающихся в помощи. Доставят питьевую воду до двери волонтеры. Отряд добровольцев уже сформирован. По необходимости будут посещать 60 адресов. Наши граждане, конечно, не могут спуститься, у них нет сил для того, чтобы эту воду доставить себе в квартиру. Поэтому на наши призывы о помощи откликаются простые жители нашего города, очень нам помогают. Вот на сегодня сформированы списки тех, кто нуждается в помощи. И вот буквально в настоящее время мне звонят представители всех организаций, и я раздаю адреса людей, которым нужна помощь. Кстати, последовать примеру и помочь пожилому соседу с доставкой воды может каждый. Автоцистерны будут курсировать по городским дворам до июня. Светлана Кель, Григорий Волков, Сергей Антропов. Программа «Время местное».